Добрый день, уважаемые телезрители. Высшая школа русской зарубежной филологии входит в состав Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета. И мы прекрасно понимаем, что с каждым годом приток абитуриентов, студентов, поступающих в Высшую школу русской зарубежной филологии, становится все больше и больше. И в числе поступающих не только выпускники казанских школ и выпускники школы Республики Татарстан, но и регионов Российской Федерации, дальних регионов Российской Федерации, и даже Москвы и Санкт-Петербурга. Казалось бы, в Москве и Санкт-Петербурге есть свои ведущие университеты. Почему молодежь едет поступать в Казанский федеральный университет? Мы этот вопрос задавали нашим абитуриентам, нашим поступившим уже студентам. Ну и, в общем-то, услышали такие ответы, что Казань – это столица Республики Татарстан. Это третья столица Российской Федерации после Москвы и Санкт-Петербурга. Это культурная столица, потому что в Казани много театров, музеев. В Казани проходят международные музыкальные фестивали. Шаляпинский фестиваль, балетный фестиваль Адольфа Нуриева, Рахманиновский фестиваль. Казань связана практически с именами всей русской литературы. Здесь были Пушкин, Евтушенко, Баратынский, Горький, Толстой, Аксаков. Ну, любое имя, какое бы мы известное ни взяли в истории русской литературы и русской культуры, так или иначе связано с Казанью и даже с Казанским университетом. В Казань едут еще и потому, что Казань проводила универсиаду всемирную. Казань называют студенческим городом, потому что в Казани очень много молодежи. В Казани созданы все условия для мирного и такого в плане экономического комфортного проживания, потому что у нас недорогие продукты питания, у нас очень хорошо развита сеть магазинов, социальных услуг. Ну и я знаю, что очень важно для родителей вот эта вот атмосфера толерантности, которая существует в Казани в целом и в молодежной среде в частности. Потому что, ну, при всем уважении к Санкт-Петербургу, я знаю, что там есть проблемы. Проблемы с скинхедами, проблемы, которые, ну, как-то заставляют молодежь уже не выходить вечером на улицу в Санкт-Петербурге, потому что могут быть проблемы, потому что у тебя другой разрез глаз, у тебя другой цвет кожи, и ты говоришь с небольшим акцентом на русском языке. У нас в Казани таких проблем нет и быть не может. Мы знаем, что Республика Татарстан – это образец в Российской Федерации мирного существования разных культур, конфессий, языков. И поэтому это тоже очень большой плюс для выбора вуза. Вот, ну, Казанский федеральный университет выберут еще потому, что здесь очень высокий уровень качества образования. Это третий российский университет по своим масштабам и по своей научной насыщенности, что ли, по известности в мировой науке. Потому что, поступая в Казанский университет, мы понимаем, что диплом выпускника Казанского университета будет очень весом, котируемый, и он будет востребован в сегодняшней современной экономической жизни, социальной, культурной. Казанский федеральный университет связан с именами Льва Николаевича Толстого. Здесь учился выдающийся, да, гений русской литературы Лев Николаевич Толстой, который известен не только у нас, но и за рубежом. Он является символом России. Казанский федеральный университет связан с именем Сергея Тимофеевича Аксакова, известного русского писателя. Здесь учились Владимир Ильич Ленин. И если говорить о филологии, то, конечно, Казанский федеральный университет связан с именем Бодуэна де Куртене. Это выдающийся лингвист XIX века, который по приглашению ректора начал работать в Казанском университете в XIX веке и основал свою научную школу. Она получила название «Казанская лингвистическая школа». И эта школа сегодня известна на весь мир. Мы каждый год проводим международные конференции. Вот очень известная конференция «Бодуэн де Куртене и мировая лингвистика». И все ученые мира интересуются, как сегодня развиваются научные идеи Казанской лингвистической школы, научные идеи Казанской лингвометодической школы. То есть это такой очень известный бренд в лингвистике, филологии. И это тоже играет свою роль. Научные школы, если они
и действительно имеют такой крепкий фундамент научный, они не исчезают. У них есть продолжатели, есть ученики. И Казанская лингвистическая школа, она продолжает развиваться. И развивается она, в частности, именно на базе наших кафедр. Кафедры русского языка и прикладной лингвистики, кафедры русского языка как иностранной и межкультурной коммуникации. На примере кафедр тюркологические в Институте филологии и межкультурной коммуникации, потому что эта школа включает в себя не только изучение русского языка, да, но еще и тюркских языков, потому что Бодуэн де Куртене и его последователи, такие как Богородицкий, занимались и этими проблемами. Сопоставление разноструктурных языков, сравнительная грамматика. Ну, вот эти вопросы, они сегодня тоже очень актуальны. Ну, надо сказать, что Высшая школа русской зарубежной филологии предлагает такой широкий спектр образовательных программ. Среди них зарубежная филология. Это английский язык – английская литература, испанский язык – испанская литература, немецкий язык – немецкая литература. Обратите внимание, если лингвистика – это только язык, то филология – это язык и литература. Кроме этого, мы набираем на русскую филологию – это русский язык и литература, и прикладная лингвистика, славяноведение. И мы осуществляем набор на такие направления, связанные с педагогическим образованием. Английский язык плюс второй иностранный, то есть студенты могут выбрать французский, испанский, немецкий, турецкий, китайский. И педагогическое образование – русский язык, английский язык, педагогическое образование – французский язык. Педагогическое образование – немецкий язык плюс второй иностранный. Поэтому для молодежи, которая занимается, интересуется иностранными языками, есть выбор. Они могут выбрать филологию, зарубежную филологию, они могут выбрать педобразование. В чем отличие? Вообще филология – это целое направление, это наука, которая занимается изучением слова. Вообще филология – это любовь к слову. И выпускники-филологи – это специалисты, ну, будем говорить, такого широкого назначения, потому что они нужны в любых областях. Всегда нужны люди, которые умеют работать со словом, умеют работать с информацией. Они прекрасно говорят, они прекрасно пишут, переводят. Но не секрет, что сегодня это дефицит большой. И если посмотреть, где работают наши выпускники, выпускники русской и зарубежной филологии, это и Министерство внутренних дел, и Федеральная служба безопасности, ФСБ. Это и все министерства и ведомства Республики Татарстан и Российской Федерации. Это образовательные учреждения, культурные учреждения. Это банковская сфера. Удивительно, казалось бы, уж в банковской сфере, что делают филологи. Но там тоже нужны специалисты, которые умеют работать со словом, с иностранным словом. То есть они могут работать в качестве переводчиков специальных текстов, да. И на телевидении много работают наших, их с удовольствием берут. Ведь они получают очень тщательную подготовку. Они изучают, например, русскую литературу, зарубежную литературу, начиная с древности, с античности, кончая современной литературой. У студентов журфака нет таких программ насыщенных, да, у них где-то, ну, в ознакомительном, да, в плане таком. А у выпускников русской зарубежной филологии у них мощная теоретическая литературная база, эрудиция, и поэтому, когда они готовят свои статьи, у них очень много примеров. Примеров из русской литературы, древнерусской литературы, античной литературы, современной зарубежной литературы. И отсюда весомость и значимость их продукта, она, естественно, несомненно, выше. И востребованы наши выпускники и за рубежом. Например, выпускники зарубежной филологии, английский язык, английской литературы в процессе обучения проходят стажировки. То есть у нас есть обменные программы, когда они уезжают в страну изучаемого языка, живут там семестр, 3 месяца, там по срокам разные, да, есть обменные программы. Они показывают себя как специалисты в области там испанского, немецкого, английского языка. И кроме того, у них есть большой плюс, они знают еще и русский язык, потому что это российские студенты. И их приглашают работать за рубежом. И сейчас вот в ведущих зарубежных университетах работают наши выпускники. Выпускники русской филологии, зарубежной филологии. Многие из них пишут диссертации. И поэтому это
очень хорошее направление, не только в плане, как мы говорим, значимости, да, социальной, но и в таком вот бытовом плане, потому что они всегда могут заработать деньги, и хорошие деньги. Очень много поступает заказов, связанных с составлением речей. У нас много депутатов, много лиц медийных, но, к сожалению, писать и сами, и говорить сами они не могут. И вот здесь незаменимы, конечно, филологи. Мы можем написать речь и для президента, и для бизнесмена, и для политика. И все это дает Высшая школа русской зарубежной филологии Казанского федерального университета. Умение слышать слово, чувствовать его, прям буквально, я не знаю, ну, наверное, на уровне осязания, обаяния, вкуса, вот это слово. И поэтому составлять такие вкусные тексты. Тексты, которые бьют в десятку. Ну и педообразование, конечно, тоже сегодня очень востребовано. Если мы говорили о школе 20 века и нередко слышали критику, может быть, заслуженную критику о том, что в школу идут неудачники, сегодня это не так. Абсолютно. Школы изменились, они работают по новым стандартам. Государство дает очень много грантов. Наш новый учитель, молодой учитель. То есть если учитель знает хорошо свой предмет, если он амбициозен и он хочет достичь каких-то высот карьерных, у него все под рукой. Кроме обыкновенных школ общеобразовательных, государственных, у нас сейчас в секторе экономики очень много частных школ, международных школ. Даже если взять в Казани, очень много элитарных школ, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах и платят этим учителям очень хорошие зарплаты. Намного больше, чем получает профессор Казанского федерального университета. Это я знаю точно, потому что я являюсь научным руководителем одной международной школы. Я знаю, как получают там учителя. Поэтому педагогическое образование сегодня – это экономически очень надежная, стабильная профессия. Тем более, например, учитель русского и английского языка, как мы предлагаем сразу два языка. Учитель английского и немецкого, английского и французского, английского и испанского. То есть есть возможность давать частные уроки. Высшая школа русской зарубежной филологии начала называться так с сентября 2016 года. Сначала она была отделением русской зарубежной филологии. Ну и она существует с момента создания Казанского федерального университета. То есть с 2011 года. И эта высшая школа, она курирует именно русскую и зарубежную филологию. Это именно такая интегративная структура. Это объединение академического университетского образования, которое было в Казанском госуниверситете, и педагогического образования, которое было в Татарском государственном гуманитарном университете. То есть вот была романо-германская филология, очень известная, помните, там был огромный конкурс. Это сейчас в Высшей школе русской зарубежной филологии. То есть если вы хотите поступать на славную романо-германскую филологию, это значит, вам нужно подавать документы в Высшую школу русской зарубежной филологии. Это все у нас. И в то же время вот те профили педагогического образования, о которых я говорила, английский плюс второй иностранный, да, то, что было в педагогическом университете, это тоже вот является нашим направлением. Ну и, конечно, я хочу сказать, что вот филологи, они же великолепно владеют не только языком, а тот уникальный учебный план, который у них есть, который связан с изучением литературы, чтением литературы на языке, это дает очень хороший качественный результат. Когда человек изучает только тексты как тексты, это одно. А когда он читает романы толстенные на языке, да, там Мопассана, там, я не знаю, ну, ведущих там английских писателей, Свифта, все на языке, и это начиная с первого по выпускной курс, представляете, какие языковые компетенции он получает. И поэтому наши филологи еще востребованы как переводчики. Их активно берут переводчиками. И если, допустим, переводчик может работать только переводчиком, а работу переводчика найти очень трудно, иногда родители думают таким образом, если их дочь или сын поступили на переводоведение, и они будут востребованы на рынке труда, ну, они, в общем-то, ошибаются, потому что Республика Татарстан не имеет субъекта государственности,
и дипломаты, и переводчики готовятся, в общем-то, в большинстве своем в ГИМО, в Москве. А филолог, вот понимаете, у него вот больше возможностей. Он может быть и переводчиком, и человеком, который работает с текстом и информацией. Вот я говорила об этих вот интеллектуальных способностях, да, филолога. Ну и, конечно, если филолог закончит магистерскую программу по педобразованию, он может еще и работать в школе. То есть без работы он никогда не останется. Он всегда может подработать и может быть успешным, конкурентоспособным человеком сегодня. Казанский федеральный университет – один из немногих вузов, которые обеспечивают жильем в доме студентов всех первокурсников и студентов последующих курсов. Это деревня Универсиады, которая известна и в Казани, и в Республике Татарстан, и в России. На базе деревни Универсиады проводили спортивные соревнования Универсиады. И потом весь этот комплекс, мы его называем деревня Универсиады, перешел к Казанскому федеральному университету. И поэтому у студентов Казанского университета есть возможность жить, ну, в общем, в таких вот исторически значимых, известных домах. Логистика транспорта, она тоже очень удобная. Из деревни Универсиады они добираются до Татарстана 2, это здание Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, на одном транспорте. И по времени это очень недолго, быстро. Наше здание находится в центре Казани, рядом с легендарным озером Кабан, татарским театром Галиаскара Камала. Ну, если так вот образно сравнить, ну, наверное, это, если даже говорить об архитектурном здании нашего института, это жемчужина, да, казанской архитектуры и жемчужина вот этого культурного кольца Казани и Республики Татарстан. Да, конечно, несомненно, что проходной балл, он говорит о востребованности того или иного направления. Чем выше проходной балл, значит, тем больше конкурс. И проходной балл говорит еще и о знаниях, о качестве тех абитуриентов, о качестве знаний тех абитуриентов, которые к нам поступают. Ну, наш ректор Ильшат Рафкатович в своем выступлении как-то говорил о том, что из плохой глины хорошего кирпича не сделаешь. И, наверное, это правильно, потому что нас очень волнует уровень знаний студентов входящих. Поэтому есть некая планка, да, которая позволяет регулировать этот уровень качественный. И с низкими проходными баллами мы не берем, в отличие, допустим, от других вузов Казани, Республики Татарстан и Российской Федерации, которые берут всех. Нам нужны студенты, которые ориентированы на образование, на качественное образование, и у них должен быть какой-то задел. И если говорить о 2016 году, о наборе, я вам озвучу минимальный проходной балл. Самый высокий балл – 279. У нас был на педагогическом образовании иностранный плюс второй иностранный, то есть с двумя профилями. Английский плюс французский, английский плюс немецкий, английский плюс испанский, английский плюс китайский, английский плюс турецкий. Затем, конечно, зарубежная филология. Она всегда лидировала, всегда был очень высокий проходной балл там. Это 251. 251. Потом идет педобразование русский-английский. И, в общем-то, педагогическое образование, французский язык тоже 259. То есть у нас по университету очень такой хороший проходной балл, который говорит о том, что к нам идут качественные выпускники школ. Да, у нас, нужно сказать, что у нас еще очень много новых направлений магистерских. Вот я хочу, потому что все понимают, что после бакалавриата самые сильные студенты идут в магистратуру. И у нас есть такие магистерские программы в продолжении бакалавриата. Да? Например, романо-германская филология. Здесь английский, французский язык, прикладное языкознание. Это как раз нейролингвистика и лингвокриминалистика. И другие направления, потому что прикладная лингвистика – это и методика русского языка, это и РКИ. Естественно, русский как иностранный. Испанский язык профессионального общения и специализированного перевода.
это преподавание русского языка и литературы в средней и высшей школе. То есть очень хорошая магистерская программа, которая позволяет остаться в вузе и быть преподавателем вузовским. Это преподавание английского языка в средней и высшей школе, французский язык в сфере профессиональной коммуникации и иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации. И еще у нас в этом году, вернее, второй год у нас появилась уникальная программа, называется она «Мультилингвальные технологии раннего развития детей». Мы эту магистерскую программу называем «Школа Мэри Поппинс». Это программа для выпускников зарубежной филологии и русской филологии, которые хотят заниматься преподаванием иностранных языков детям дошкольного и начального школьного возраста. Мы даем им мировую детскую литературу, даем два иностранных языка – английский, китайский, английский, испанский. При поступлении надо сдавать один иностранный язык – английский. Даем методики преподавания иностранных языков детям раннего возраста и даем практическую психологию. У нас по этой магистерской программе есть прямые договора с частными образовательными учреждениями, то есть у нас есть работодатели. То, что требует от нас сейчас Ильшат Равкатович, да, чтобы была магистерская программа и работодатели. Работодатель платит за своих магистров, и эти выпускники уже знают, куда они пойдут работать. Вот программа «Мультилингвальные технологии раннего развития» мы работаем с международным образовательным учреждением «Баласити». «Баласити» – это 4 детских сада, в котором изучаются 4 языка. Русский, татарский, английский, китайский. Там работают наши выпускники, причем работают и с детьми дошкольного возраста. И мы знаем, что Баласити в этом году открыла начальную школу. И там тоже продолжаются эти традиции мультилингвального образования. Поэтому эта программа или школа Мэри Поппинс востребована не только у нас в Казани, но к нам поступают и выпускники московских университетов. И даже учатся выпускники американских университетов. Ну, у нас, например, учится выпускница Нью-Йоркского университета. Она сейчас работает в международной школе, но у нее нет методики работы с детьми, и она поступила к нам. И учится у нас выпускник Бостонского университета, очень тоже известный бизнесмен, но он тоже хочет овладеть вот этими технологиями. То есть это за этой программой будущее, она, потому что практика ориентированная, и она работает на работодателя. И мы думаем, что у нас таких программ еще будут. Ну, надо меняться, да, потому что магистерские программы, они не должны быть теоретизированные, они должны быть практикоориентированные. И выпускник магистратуры должен знать, где он будет работать, с кем он будет работать, сколько он будет получать. И вот в этом плане, наверное, Высшая школа русской зарубежной филологии – это пионеры и первопроходцы. Конечно, сегодня уже определены экзамены единого государственного экзамена Российской Федерации. Старшеклассники определились, поэтому я хочу еще раз напомнить, какие предметы нужно штудировать, что нужно учить, чтобы быть студентом Высшей школы русской зарубежной филологии Казанского федерального университета. Здесь надо как бы определиться сразу с профилями. Если вы поступаете на филологию, вы готовите историю России. Если вы выбираете педобразование, вы готовите обществознание. Вот такая разница принципиальная. И, естественно, русский язык, если это русская филология, и английский язык. Причем, если вы поступаете на испанский язык, испанскую литературу, да, ну, естественно, вы в школе не учили испанский язык, вы можете выбрать либо английский, либо немецкий, либо французский, то есть тот язык, который вы изучали в школе. А испанский начинаете изучать с нуля. Ну, и нужно отметить, что среди преподавателей Высшей школы русской зарубежной филологии много иностранцев, носителей языка. Испанский преподают у нас 3 испанских преподавателя. Английский язык – 2 англичанина. И одна американка, французский язык – французы, польский язык – поляки, чешский язык – чехи, если мы говорим о славяноведении. То есть у нас очень большое составляющее иностранных преподавателей.